Это также красно-голубый шагале. Здесь стоит с ними такой парень, Дорсет. Вместе с девчонками, ну, не переживайте, этот варан, к сожалению, кастрирован. Поэтому находится он рядышком с девчонками и покрывать их физически не может. Вот такие вот красавицы. Еще раз хочу повторить, мы находимся на Северной Ирландии. Вот такие замечательные девчульки. Красавицы. Британская шарале, рожденная в Ирландии. Хочу дополнить, что именно этот заводчик на протяжении 15 лет берет все призы на аукционах, как самое лучшее топовое животное. Вот такие вот красавицы. Восемнадцать месяцев, 100 килограмм вес. Британская красноголовая шарля.